А вы знали, что пшено больше, чем альтернатива другим более распространенным кашам? Этот продукт является одним из лучших источников меди, марганца, фосфора и магния. Мы ее любим, не в очень густом виде, поэтому я ее варю вот так вот. Потом, после того, как она сварится, в тарелочку добавляю сливочное масло. Так она получается еще более нежная, более вкусная. Да, не всегда получается и снимать, и класть масло. Я всем желаю приятного аппетита и крепкого-крепкого здоровья. Ешьте каши.